Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу Олджо. Это немецкий бокс, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать денежку. Сегодня я хочу поставить на вывод $6. То есть зарабатываем мы здесь в единицах. А одна единица равна $1. Я уже выводила отсюда $1.95. И хочу вам сказать немножечко по выводу денежных средств. Опускаемся, друзья, в самый низ. Нажимаем «Вопросы-ответы» и изучаем. Здесь вот категории. Пожалуйста, все это можно изучить. По минималке хочу добавить. Какая минимальная сумма для вывода средств? Первая минимальная сумма $2. Остальные последующие от 6 идут. Вот, набрали $6, ставим на вывод. Это для всех аккаунтов. Премиум, премиум плюс и VIP. Это для всех. Вот. Это я вам сказала. Теперь хочу я вам сказать по поводу апгрейда. Я в предыдущем видео делала апгрейд из заработанных денежных средств. Напоминаю, я в этот бокс ни одной копейки, ни одного цента, ни одной сатошны не вкладывала. Все зарабатываю своей активностью. И я из заработанных денежных средств сделала апгрейд за 2 единицы, то есть $2. И что? В общем, не оправдали мои ожидания. И то, что я, понимаете, работала абсолютно я без вложений. То, что я работала с апгрейдом, я разницы не почувствовала. Вот. Ну, единственное, там одна бывает, одна-две рекламки. Вот это премиум или как она тут. Да, вот премиум появляется, то одна, то две рекламки. Все. И то тут мизерная цена, и как бы смысла не имеет покупать за $2. То, что я работаю без вложений, то, что я взяла этот апгрейд за $2. В общем, заработок одинаковый. Вот, так что зачем я буду покупать, когда я прекрасно работаю и без вложений. Значит, теперь давайте поставим денежку на вывод. Значит, вот здесь баланс мой. $6.02. Это в единицах как бы. Ну, как бы курс идет. Выплата средств вот внизу. Значит, сумма выплаты 6.01. Издержки 15 центов. 2,5% от выплаченной суммы. И я должна получить $5.86. Значит, выводить я буду на Coinbase. Мы зарабатываем, вот как я сказала, уже эти в единицах. Но одна единица равна $1. Но вывод здесь идет в биткоин сатошах по курсу. Значит, кликаем перевести. Внимательно читайте вот эти красные, что написано красненьким буквам. Значит, примечание для пользователей кошелька Pair. Если сумма, которую вы платите, меньше чем 0.201 BTC, вы ее не получите. Причина в политике Pair. Пожалуйста, используйте другой кошелек для транзакций менее чем 0.305. Это 50 тысяч биткоин-сатошиков. У меня Coinbase, и я могу выводить туда любую сумму. У вас же свой кошелек, каким вы пользуетесь. Так что имейте в виду, друзья. Ну что, кликаю «Выплатить на счет биткоин». Окей. Страничка перезагружается. И что мне? Получено поручение на выплату. Ваше поручение на выплату принято. После верификации мы перечислим средства на аккаунт. Если вы желаете изменить адрес электронной почты, на который будет отправлена выплата, осуществите это в своем профиле.
Значит, у меня прописан Pair кошелек, но почта все на свете. Так, настройки аккаунта. Здесь вроде бы, да. Все на... отлично, у меня все прописано. И теперь, что я еще хочу сказать. Так, подождите. Ага, вот смотрите, внимание, затребованная вами сумма для выплаты в размере 5,86 уже в обработке. Я в прошлый раз как бы вот этого не знала. Вот когда вот эта надпись исчезнет, сейчас как бы она идет в обработке в пединке. Значит, денежка поступила на кошелек. И я ориентируюсь по этой записи. Здесь можно отменить платеж, кликнуть, если вы хотите. Вот. И в прошлый раз мне пришла денежка быстро, но у меня был апгрейд. В этот раз я без вложений. Посмотрим, как она поступит. И опять же таки, как я говорю, буду вот ориентироваться по этой записи. Вот. Обратите внимание. Все, и баланс мой по нулям. На сегодня у меня уже вся рекламка просмотрена. Букс очень легкий. Рекламка просматривается очень быстро. Все, как бы и немного, и немало. Вот. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, заходим, зарабатываем. Не интересно, не зарабатываем. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.